Приветствую, друзья, на канале Bobo Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Итак, друзья, приветствую вас, и сразу же я прыгнул, друзья, к комментариям, да, по поводу того, что некоторые комментарии оставляли, что я слишком быстро разговариваю, прям как пулемет. Ну, я, друзья, постараюсь, конечно, но я не знаю, я не контролирую, походу, этот процесс. Ну, я не знаю, с самого начала я как-то так начал разговаривать и разговариваю до сих пор. И мне надо сейчас уделять особое внимание, чтобы я разговаривал более медленно. Ну, я постараюсь, друзья. Итак, друзья, что у нас сегодня за планы? У нас сегодня за планы надо идти зачистить, очистить нашу область нашествия. Если у вас, некоторые из вас, может быть, очень такие зоркие, да, заметили, что у нас после следующей серии не хватает только пару дней. А это все свидетельствует, друзья, с тем, что у меня загорелся новый проект. И мы его все-таки осуществили. Вот, друзья, это новый проект, который мы построили. Вернее, я построил. Это исходя из того, что вы помните, друзья, да, после предыдущей ночи, когда у нас была 21-я ночь, кровавая луна, они, зомбари, ходили и долбили здесь у меня, да, они тут уничтожали мне всю систему. Я начал читать по поводу этого дела, и оказывается, что в 21-й альфе сейчас чуть-чуть по-другому зомби реагируют, да, и вот такое нам пришлось построить коридор, чтобы обойти это... неприятная вещь. Это то, что, ну, как вы понимаете, друзья, зомбари сейчас будут мощнее, сильнее. И если они мне там будут уделять внимание моей базе, это как-то вообще не поспособствует моему выживанию. А факт в том, что с новой этой системой у вас должно быть 11 блоков между, например, вот как... они вот здесь сюда ходят, да, они падают, чтобы они не включились, не включился этот режим уничтожить все, уничтожать все, demolition everything, да, ну, как он по-английски называется. Вам это расстояние должно быть в 11 ячеек, да, в 11 кубиков, да, как вы видите, смотрите, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я даже сделал чуть побольше. Ну... и да, и это действительно работает, друзья. Тут мне тут была орда, ну, гуляющая орда, значит, они спавнятся сейчас, особенно когда уровни поднимаются игровые, да. А у нас получается, какой сейчас игровой уровень? 94, приближаемся к сотке, да. И они начинают более часто спавниться. В прошлый раз тоже ночью у меня тут были волки, эти сервей-репи волки, да, черные эти, большие, огромные. Они ко мне тут наведались. Крикухи еще не было, потому что, ну, я ничего там не крафтил, у меня там печки не работают. Сейчас печками работает в полную мощь. Я сейчас плавлю металл. Металл плавим, да, чтобы у нас была сталь. А, я уже сплавил металл, да. Чтобы у нас была сталь. Сталь я уже накрафтил, сколько, да, на 117 сталь. Но это потому что я хочу создать, там, может быть, топор стальной или что-нибудь еще. Так вы помните, мы в прошлом эпизоде достали тигель, скрафтили тигель и все это сделали. А другое дело еще, друзья, у нас появились вот такие туретки, друзья. Это будет у нас вот такая тема, и она будет довольно-таки мощная. Ну, это нам пригодится сейчас в нашей зачистке, но перед тем, как мы пойдем зачищать, у нас есть еда, у нас есть аптечки. Я возьму какую-нибудь витаминку одну. Да, там, ну, антибиотики, я думаю, что не надо брать. Ну, возьмем, может быть, мед один, мало ли что. И сегодня, по идее, у торговца должен обновиться ассортимент. Посмотрим, вроде бы 25-й день должно обновиться. Как помните, обновляется каждых 3 дня, но не считая первый, да, то бишь, получается, 4-й, 7-й, 10-й, 13-й, 16-й, 19-й. 22 и 25, ну так далее и тому подобное. Ну и смотрим, что у нас там вкусненького пришло сегодня. Книжечки есть какие-то, да, берем. Я покупаю сразу все книжки, которых у меня нету. Кратосквол. И я хотел найти моды для нашего оружия. Но, к сожалению, у него ничего такого нету. Нет, у него нету модов, которых мне нужно. Прожектор я куплю. Мне нужен прожектор.
Может, даже оба куплю. Мне нужно осветить наш туннель. Дальше, что у нас здесь? Ничего толкового нету. Ничего нету, все. Окей, сейчас откроем книжечки. Гайковерт качество 2. Окей. И пошли выложим эти, как его, эти прожекторы, потому что я хочу потом прожектор поставить там наверх, ну, чтобы осветить туннель. Кстати, надо еще, знаете, что, друзья, взять? Может быть, ремонтную тему надо взять с собой еще одну. Надо починить моцик. Моцик чуть пострадал у нас там. Не знаю, куда я там врезался в такой, блин, сфере. Но он такой себе. 48%. Но надо еще, можно поездить. Ладно, короче, поехали зачищать. Ну, я, скорее всего, как обычно, я, как знаете, хожу в двойную зачистку, чтобы ресурсов побольше набрать. И будем смотреть, что нам дадут. Мы их по 1,5 километра, считай, надо ехать. Нет, 200 км, да, было. Ну, пойдем посмотрим, что это у нас за область. Я точно не помню, что, какую мы область выбрали. Ну, не знаю, посмотрим. Вот. Так что, да, у нас получается следующая волна будет 28-го. Да, у нас еще 3 дня. Ну, вроде бы мы уже даже по большому счету готовы принять эту волну. Так у нас мясорубки стоят. Но мы как приедем на базу, я еще раз пробежимся, да, посмотрим, как это все выглядит. Я так, чтобы время не тратить, особенно сейчас утрецом, быстренько это все сделать, чтобы потом, может быть, еще какое-нибудь задание взять, там, какой-нибудь квест еще, может быть, взять перед тем, как торговец закроется. Потому что мы едем на зачистку 5 уровня, да, и это займет некоторое количество времени. Вот, также опять, друзья, конечно, большое вам спасибо за вашу поддержку. Хорошо, что вы красавцы. Ну, опять же, до сих пор у нас очень много просмотров без подписки, друзья. Так что, пользуясь случаем, я вас прошу, подпишитесь. Для вас это, как говорится, на расстоянии клика, да. А для меня это целое, блин, как говорится, это целый, не знаю, это мотивация продолжать заниматься делами и, как говорится, расширять наше сообщество, да, такое маленькое. Оно сейчас у нас получается 2,5 тысячи, кажется, было, пока сейчас я снимаю видео, точно не помню. Ну, конечно, люди дорого подписываются, но я не знаю, каким образом, но смотрю, что просмотры у меня так, знаешь, около 200 просмотров за 2-3 дня, ну, неплохо, конечно. Но это, считай, 10%, даже меньше 10% на... Ну, а там подписок столько, я не знаю, там или что-то алгоритм там чутит, или с чем это связано, точно не могу сказать. Но факт такой, что цифры есть, но просмотры, конечно, оставляют желать лучшего. Хорошо, что мы здесь имеем? Это какой... я знаю, что это за место. Ладно. Так, помер? Помер. Тыква. Тыкву заберем. Пригодится для пирожка какой-нибудь там. Замутить пирожочек. Да, блин, не кусты. Или есть яички, мы возьмем. Да, яички есть. Хорошо. Тыква, тыква, тыква. Вот еще одна тыквочка. Ну ладно. Пошли выложим. Потому что... Знаете, как, друзья, сделаем даже? Я, скорее всего, так как я знаю, где здесь конечный лут, он находится здесь, мы просто сейчас за конечным лутом сбегаем. А тут чувак проснулся. Иди сюда. Ой. Ну да, кровотечение все-таки не вырубилось. Остальные инструменты. Запчасти на остальные инструменты я веду. Так, а что, я не могу сюда залезть? А где здесь вообще... Почтовый ящик нету? Так, где грязная вода? У нас конечный лут находится здесь. Это маленький, мало читерим, да, сейчас? Ну, вот так это работает. А почему не работаем?
Я не понял. А чего вы не работаете? Я что-то не въехал. А, патронов нет. А как тут патронов не было? Не понял. Какого хера? Так. Мне надо как-то сюда пробраться. Тут еще должен быть лютецкий. Или это здесь наверху? Ой! Ой! Сейчас проверим, как наши туретки работают. Окей. Просто скосили нахер! Да ты ж... Это просто пипец. Ой, ой, ёпты. Вот и лут, конечно, там был. Это просто имба. Все? Ну, неплохо. Мы там их растеребонькали, короче. Ну, это у нас конечный лут уже, да? Ну да. Так, грибочки. Походу, где должно быть большое количество грибочков. Мы сейчас пойдем соберем, так как у нас нужны нам запчасти. Ой, не запчасти, а семена, блин, запчасти. Так, книжечки. Книжечки. Ну, это так себе. Ну и смотрим. Ну, вообще-то можно бы пошли... Ну, ладно, мы сейчас все равно пойдем сейчас по большому этому, как его, процессу. И... Вот тоже, я тоже не понимаю, вот как это так? Вот четвертый, у меня задание 5 уровня, а нас посылают в дом 4 уровня. Не понимаю, как это чуть-чуть. Ну да ладно. Не будем за этим заострять внимание. Так, что у нас здесь? Ну так себе. Книжечки изучаем. Электроники изучаем. Ты сколько продаешься? А, изучаем, нет смысла тебя тратить на это деньги. И я пойду искать, где тут еще должны быть у нас эти, как его. Грибочки. В смысле? Ой. Книжечки. А здесь ничего. Так, это круто, блин. Ладно, я хочу сюда залезть. А, ну отсюда я вышел. Ладно, проверяем все какого. Это заберем. Тут где-то грибочки еще должны были быть, если не ошибаюсь. Что за херня? Где они? В смысле? Модификации нужно продать потом. Надо пригодиться. Мне грибочки нужны, ёпты. Где они? Это мы здесь были. Но они должны быть здесь по-любому. Рядом где-то грибочки. Я точно не помню. Не, ну это выход. По-любому где-то здесь. Стопудово где-то должно быть здесь. А может и нет.
Нихера себе. Там орда бегает, ладно. Не могу тебя поднять, нет. Пошли отсюда. Пойдем, начнем задание и будем уже идти по, как полагается. Тогда, может быть, найдем эти странные грибочки. Будем за чистенько. А вот я орда наглянула там. Отлично. Зачистили орду. И скидываем все, что там сейчас не понадобится. Патроны это... Нет, аптечки надо будет. Это, ну... Вот это не надо. Нет, это аптечки возьмем на всякий пожарный. Мало ли что случится. Тыку скинем. Грибочки скинем. Это скинем. Бейсболку скинем. Это скинем. Это тоже скинем. Мяско оставим. Надо, короче, дрон сделать, потому что у нас есть, мы можем сейчас создать дрон, может быть, это потом этим займемся. Ладно. Пятый уровень, начинаем. Погнали. А я тут ничего не собрал. Там, походу, патроны были. Патроны и чуть-чуть всякого якого говнеца. Ну что, сейчас на самом деле мы испытаем, как наши туретки работают. Хорошо или нехорошо, как они справятся со всем этим процессом. Пойдем, как у нас, как нас посылают. А вот и грибочки, которые я так и ждал. Ну... ну, короче, я понял. Я даже могу ничего здесь не делать. Роботы все за меня сделают. Это что? Может быть, семена тут будут, блин? Нет, это селитра. А у тебя что здесь вкусненького? Клей. Это, это семена кукурузы. Так, что за мусор? 176 надо взять все-таки. Потом, если что, выкинем. Это не проблема. Это вообще говно. Химлатуры не надо нам. Ну, это возьмем. Так, здесь ничего. Так, куда дальше нам? Ну, забираем сначала наши пушечки. Кстати, мы смотрим, сколько там патронов. 192. А тут вообще как-то она мало стреляла. Окей, идем дальше. Пробежимся. Давай, пацаны, я здесь. Просто одна турелька просто сносит всем башню. Где вы там, пацаны? Я здесь.
Ну, как там с байкерами он справится быстренько. Ну. Просто, блядь, издевательство. Вот это я понимаю мощь. Ладно, хер с ней, пошли дальше смотреть, что у нас тут происходит. А, так надо это разломать. Это тоже можно ломать, тут кожа будет у нас. Это не буду ломать, это тоже не буду ломать. Дальше идем смотреть, что у нас тут происходит. Здесь все равно ничего не происходит. Ну ты жопа! Из-под тишка пришел, мне тут на меня напал морда. Суперский ты вообще, конечно. Крысёныш. Крысёныш. Ладно, заберем все говно пока. Потом раскидаем, если что-нибудь не надо будет. Что здесь? За что плакат нельзя снять, нахрен? Шлепки не работают. Стул? Стол, а не стул. Это можно скинуть. Распределим так, хорошо. Что у нас здесь? Ну ничего. Латунь чуть-чуть там стали. Так, должен будет уже выход на крышу, да? Так, ну, по-любому будут зомбари. Стопудово. Еще научиться пушки правильно ставить. Да вообще не будет проблем никаких, блядь. Это постоянно какая-то херня. Так. Ну не знаю, или я перепрыгну, мне слишком далеко, блин, прыгать. Так, давайте еще сделаем так. А, нет, нет, нет. Ну и поставим вот такую тему. Ну сюда, наверное, залезть, там какой-то лутецкий. Надо забрать. Может, что-то полезное. Ну, кстати, так все. Так себе. Так, ну и здесь опять же такую тему строим. Так. Ну тут, блин. Ладно, давай смотрим. Роботизированный дрон 2 качества уже можем создавать. Отлично, это мне нравится. А как тут дверь заперта? В смысле? А, я понял. Ну давай сюда иди, пацаны. Я думаю, тут даже я просто расслабляюсь сейчас. Руки сложил. Даже не думаю об этом. Ну, даже вот стою, просто наслаждаюсь сейчас, как роботы все делают за меня. Ну. А сейчас бухнем чуть-чуть, скушаем мяско. А я-то, блин, себе попить не взял.
Твою мать. Вот это плохо. Ну, много радиационных, сука. Нихера себе. Да. Вот это поворотище. Все сдохли. Ну все получается, блин, уже лютецкий, главная комната зачищена. Так, ну что здесь? Окей, ну что здесь осталось? Только мусор собрать и все. Ну еще проходу остаться в области, еще мы не зачистили полный, значит еще за мэри буду должны быть. Наверху. Ну ладно, мы тут сейчас зачистим это все дело. Ну. Сломаем. Это можем сломать. Кастет заберем. Сейчас посмотрим, сколько у нас потрошек дадут сейчас. Так, что можем скинуть? Кости скинем, тухляк скинем. Сколько ты продаешься? Не за сколько. Тебя можно скинуть, камни скинем. Остальное пусть остается пока что. Юка. Селитра не надо нам. Мяско, грибочки. Сколько ты? 176. Ну, блин, дорого, надо будет оставить. Эти у нас очень дофига. Гильзы. Так, все латунь это сейчас переделается. Мне это интересно, блин, что здесь у нас за... Так, значит, что нам скидываем? Ну, скидываем семена, у нас их достаточно. И потом, что скидываем сейчас здесь? Это мы убираем, это оставляем. Ладно, пластик. Это можно... А, на железо пустить. Нет места в очереди, что ты несешь? Какого? Какого лешего? Ладно, просто берем. Это очень странно, что комплект для еды находится, блин, в ящике для железа. И топор. Это хорошо. А тебя что здесь хорошенького? Это можно скинуть. Ладно, то скинем. А у тебя? Замечательно, открываем тебя. И пойдем сейчас зачистим. Наверху там что-то еще должно быть, по идее. Да что ты несешь? Давай. Не, ну этот, конечно, очень так изи. При помощи турелек. Ну, конечно, интеллект сам по себе просто имба. У тебя просто из-за того, что у тебя турелька убивает, у тебя еще, конечно, получается опыт, но на тебя надо вложиться в них. Это не так просто так дается, да? Изучить, изучить, сколько ты продаешься, можно забрать. Так, это мне надо взять. Кожа. Знаешь что, друзья? Там скину эту херню я все-таки. От тебя сколько могу продать взять? На, тебя сломаю просто. Конечно, было бы выгоднее его... Как говорится, расплавить. В смысле? Там какой-то зомби остался наверху. А, в смысле, как где? Да ёб твою. Извиняюсь, друзья. Что-то мне тут алтабнулось. А где лестница у меня здесь? Ты же... А, вот она.
А, это здесь. Ну и все. Такую кучу просто раскидали, друзья, блядь. Вот, вот тебе интеллект. Вот тебе и интеллект. Так, тут где-то была дверь. Да ладно, хер с этой дверью, я тут его выломаю просто. Не буду я тут демагогию разводить с ними. Ну, пошли посмотрим, какую нам награду предоставят за этот квестик. Ну, видите сами, друзья, да, как легко это было. Мы потратили тут 70 патронов. Ладно, 7, может, чуть поменьше. И здесь, ну, короче, 100 с лишним. 108, где-то 100 с копейками. Ну, в смысле? А, у меня же нет места. Издеваешься? А, тоже место. Ну, просто что за хрень? Забираем. Вроде бы, значит, я стыкву ничего такого особенно не сделаю, но она лишняя не будет. Вдруг там что-нибудь, какой-нибудь кексик сделать, какой-нибудь пирожное замутить там. Так, здесь все собрали. Ну что ж, поехали смотреть награду. Очень легко. А подожди, стопэ. Стопэ. Я же не залутал эту тему. А, не залутал все-таки. А знаешь что? Залутал-то я залутал, но я еще разберу ее. Нам нужно... Пружины как-то у нас мало стало. А их скрафтить не можно. Надо их добывать таким вот образом. Да, когда вы приседаете, у вас шум гораздо меньше, да? Ну, выносливость раскладывается плюс-минус такой же самой скоростью. Но остальное все так. Это можно скинуть. Это можно разломать. Мы сейчас учимся, что мне там, что нам вкусненького приготовить сейчас. И я думаю, надо, может быть, создать дрона. Ну, а может быть, нам дадут сейчас дрона. Ну, в награду. Ну, я не знаю, навряд ли, я думаю, что рановато еще. Я, кажется, если не ошибаюсь, когда я проходил тестовую, ну, чтобы перед тем, как снимать все это дело, я что-то поиграл за кадром, конечно, чуть-чуть плюс-минус ознакомиться, как там все происходит. И мне кажется, за шестой мне квест, первый, кажется, дали шестого дрона. Но, может быть, сейчас нам матушка судьба, блин, и удача улыбнется, и мы получим его сейчас. И потом, конечно, надо еще джип построить. Хоть и, блин, не знаю, может быть, даже не стоит джип строить. Блин, он очень дорогой в обслуживании, блин. И топливо ждет, как монстр. А если у тебя нету мода на этот, на потребление топлива, ну, это печально. Плюс тогда надо ездить, всегда добывать сланец. Ну, вроде бы, это бы не проблема была бы съездить в пустыню. Надо недалеко, там, 1,5 километра, кажется, если не ошибаюсь. И на... говорится, одну ночь там провести, там надыбать все, и тогда просто переделать это все в топливо, да? Ну, посмотрим, потому что там гораздо больше места, ну и, конечно, быстрее, и можно зомби нормально сносить. Ну, если только, конечно, можно сносить зомби, но у них поменьше все-таки хитпоинтов, да, будем получать дамаг довольно-таки большой. Я надеюсь, что в Альфе 22 они там все-таки сделают эту систему, потому что я смотрел, уже там есть наброски, как это будет все выглядеть. Там будут топовый джип, потом такой средненький джип, да, который там будет при начале ты можешь создать, а потом уже можешь улучшить его. Ну, посмотрим. И там как-то там они так внушительно выглядят. Поработали разрабы, по крайней мере, над артом, да. Я не знаю, как это будет на самом деле, но это только время покажет, когда сама эта игра, конечно, выйдет. Я не имею в виду, что игра, а 22-я альфа. Так, ну что ж, приближаемся к торговцу. И мы потратили... Блин, сколько мы потратили? 4 часа? И я даже не напрягся, да. Мы потратили чуть хпшечки. Блин,
21, какой 20, ну да, 21 единицу хп потратили, профукали, ну и все, на этом, блин, дело конец было. А сейчас посмотрим, что нам вкусненького дадут. Ну, дружище, чего ты нам приготовил? Ай, бур. И стальные поножия. Подожди, у меня есть стальные поножи? Что у меня вообще, что у меня за одежда вообще? Я уже не помню. У меня есть железные поножи, но нам нужны стальные поножи. Ну, скорее всего, возьму бур. Ну и тут я не знаю. Навык по изготовлению или стальные поножи? Что ты вообще представляешь себе? Я думаю, я все-таки возьмем, наверное, стальные поножи, да, друзья? Как вы думаете, да? Думаю, что да. Ладно, возьмем сталь. Что ты хочешь? В смысле? У меня же есть два места, вот. А, минус... Ну? Я сейчас тебя тресну. Ваш инвентарь. А, ладно, продам это, блин. Бур, выбрать стальные поножья. Все, есть какая-нибудь работа? Нашествие ликвидировано. Блин, нашествие ликвидировано 600 метров. Can you help me with my problem? Форт Квинсет, пойдем, по-любому. Пойдем на Форт Квинсет. Так. Ладно, пошли, сейчас откинем, скинем все, что у нас есть. Нихера себе, ты так разогнался. Так, короче, друзья, быстренько сейчас пробежусь по нашей, это как его, такой звук был, новой ловушки. Да, вот у нас есть ловушечки, тут у нас есть две электрические, два забора. Тут здесь такая же самая система, опять же, поднимаемся наверх. Тут же так же самое все, они красиво ходят, идут сюда, здесь падают, и кто-то здесь умирает, конечно, но... Перед тем, как они здесь падают, у них не врубается Demolition All, да, как я уже говорил перед этим, да. И они опять идут по кругу и начинают пытаться меня скушать. Здесь, что у нас здесь? У нас тут ничего такого особенного тоже нет. Ну, тут стальную дверь поставил, уже такая, не знаю, грежная даже, типа бункер все-таки. Потом идем в сталь, конечно. Так, ну что ж ты... Так, ну вот у нас это сверху выглядит вот так. Здесь у нас впереди у нас решеточки, конечно, будут плеваться, потому что если коп плюется, через это не проходит его плевок, так что можем стоять без покоя, еще без проблем. Внутри. Внутри у нас вот такая система, два выключателя, конечно. Здесь у нас сам генератор, свет. Ну и здесь мы просто убиваем этих паразитов, которые там летают у нас. Ну вот. Вот такая вот тема, да, потому что все, видите, заапгрейджено в бетон уже. Здесь тоже, кажется, да, там тоже, или там в камень пока что сделан, не помню. Это чисто я просто доделаю, чтобы было красивенько, как по профишу. А это мы со временем я буду просто сносить, по чуть-чуть, потому что все-таки это бетон, и как раз нам этот бур 5 уровня поможет в этом плане. Поставлю модификацию на него, и мы это все снесем. Вот, и да, вот такие вот дела. Короче, что ж пошли, короче, да, пойду сейчас, друзья, раскину все, что у нас здесь есть, чтобы время не тратить. Потом сбегаем за луптецким, который сейчас упал только что. Ну и будем смотреть дальше, что будем делать. Так что никуда не бегайте, друзья, скоро вернемся. Ну что ж, друзья, едем за луптецким, я разложил все, что у нас там было. Навел порядок у нас там на базе. Поехали смотреть, что у нас там прилетело. Так. Хорошо, ну надеюсь, там, блин, было бы круто, если бы, блин, дрон какой-нибудь выпал там. Потому что я хочу дрона. Дрон это дополнительное место, я, так как я собираю разного говна постоянно, целую кучу. Мне бы дрон очень пригодился. Но, не знаю, посмотрим. И потом, я думаю, резким таким форс-мажором я брошусь на следующее задание. Мы его зачистим поначалу, а потом уже подключу, друзья, к вам. И вы уже посмотрите, как мы с вами проходим его уже по квестику. Ну, как обычно, друзья, потому что вы время не тратите. Может быть, не знаю. У меня все желание есть, друзья, создать какой-нибудь, может быть, сделать какой-нибудь стримецкий. Но я, конечно, сейчас пока что этим не буду заниматься, так как нам надо будет скоро надо переезжать, да, нам надо менять место дислокации. Новый дом, новые дела. Ну, посмотрим.
И там уже будет мощнее интернет будет, и там уже можно постримить в нормальном качестве. Я как-то не хочу стримить, блин, в 1080p, да. Full HD, как называется. Это как-то, блин, было бы галимо. Вот, короче, что мы получили? Ну, книжечки, у нас тут комплект для начальной модификации дальнего боя, ну и книжки по навыку изготовления чего-то. Навыкам, да. А, ну шифту, а, это шифт, я помню, как, почему так быстро прошла съездили, я что, на шифте ездил. Ну, видите, да, как скорость сразу, блин, меняется. Нам нужно что-то зачищать. Там этот форт, блин. Надеюсь, он там не такой уж злющий, но там будут очень много мужиков, которые выводят в экипировки. Ну, надеюсь, мы это сделаем быстренько. Не дай бог, это еще зима. Если это зима, это, конечно, пипец. Ну, не, по идее, нет, не должно быть зима. Потому что мы едем впрямую, напрямую едем к этому месту, и это точно не зима. Будем на границе с зимой, скорее всего, но не зима еще. А тут байкер тусит. Ладно, не будем его трогать. Я думал, может на него наехать. Байкера с байкером снести просто. Байкера с байкером снести. Байкера с байком снести. Вот что я имел в виду. Короче, бегаем. Так, сколько у нас остается? 2 часа дня. Мы здесь можем еще даже, блин, зачистить, еще награду получить за это все дело. Так, вот этот форт, который еще не пририсовался. Ну, здесь я, понятно, сразу могу начать здесь и просто всех сагрить, и мне туретки просто их разнесут. Тут еще... Ой, тут еще и мины, йоу. Пацаны, к вам приехал дядя Вова. Давай. Ко мне все. Просто бомбическая тема. Ну, давай на мины. Ну, на мины нарвись. До свидания. Так, ладно, сейчас, друзья, короче, зачищу и тогда вернемся. Так что никуда не бегайте. Ну что ж, друзья, короче, начинаем на уровень на 6-5 уровня. Итак, я сейчас буду... Не буду использовать патроны, потому что мало осталось их. Честно скажу. Ну давай, пацаны, иди сюда. Будем по одному вас долбить. Ну-ну, беги, 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 дружище, беги, беги. Сейчас я быстренько здесь. Тут их очень много. Если надо будет, конечно, мы перейдем на М60. Сейчас мы проверим, заряжен. Да, он заряжен. Да, он полностью заряжен, отлично. Нам надо зачистить территорию. Так. Надо траншей сначала зачистить. Так, тут у нас будет тоже чувак. Отлично. Ой, да не тот взял вообще. Да вообще говно, ничего толкового. Так, здесь у нас есть кто-нибудь? Прям балабещик отлетел. Лежать, я тебе сказал, ёпта.
Так, главное, чтобы эта, блядь, дубина не сломалась у нас в конце концов. Ну. До свидания, блядь. Куда ты собрался вообще лежать, сказал вообще? Ой, до свидания. Рад, чтобы вы зашли. Ну все, отлично. Там кто-то еще буянил. Ладно, следующий. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да вообще там, там нету фералов, я мог просто так их взять и раздолбить. Ну. Просто. Сюда я. Заходите еще. Ладно, тебе пойду просто так. Ох ты наглый какой, посмотрите на него вообще. Смелость обожрался, походу. Так, там что-нибудь вкусненькое есть? Ладно, так себе. Ничего толкового. Так, это можно забрать. Это металлические. Лекарств нет никаких. Здесь у нас питье. Идем дальше. Так. Все? Отлично. Не, ну дубина, конечно. Не, ну это вообще вопросов ноль. К ней это просто имба. Так, ну и здесь еще должны быть. Сдох, сдох. Да что ж ты будешь делать, ёб твой карась. Извиняюсь, друзья. Ой. А, ничего толкового нету. Фу, блин, бог, кто меня там бьет. Мне кажется, кто не бьет. Это просто я там на трупе гуляю. Ткань нужна, потому что просели в связи с тканью. Так как мы делали. А что мы делали? Мы что-то делали, не помню точно, что мы, но что-то делали. Так, все, я зачистил, походу, да. Сейчас осталось у нас последнее сооружение. Здесь как-то кнопочка не работает. А, работает сейчас. Ты все издеваешься нахуй? Надо все-таки скушать. Мало ли что. Это, блядь, нежданчик. Так, тут заперто. Значит, что мы делаем? Мы ставим... Патронов уже у нас нету.
Окей. Ну и... Да. Ой, ой, ой. Какой ты живучий, падла. Все, зачистили. Такой живучий вообще, пипец. Ну. Ну за керова хер мне этот дробовик. Раще ждались. Дос, это скинем, это скинем, это скинем. Не, ну конечно тоже неплохо. Дробовик, все-таки дробовик. Так, что у нас еще здесь есть? Куст никакого. Ничего нахрен, не надо мне твой кукурузы. Кость тем паче, жека собака что ли? Это тоже нам не нужно. Тоже иди в баню. Здесь сэндвич тоже нет. Ну, а мяско можно сажать. А, кстати, сэндвич тоже могу сажать, потому что у нас витаминка работает. Я, не, по идее, не должен получить понос. Окей, забрали. Здесь ничего. Тут у нас были книжки перед этим, сейчас их нету. Ладно, черт с ним. Ну и ломаем. Там скорее надо сделать стальной топор, чтобы с одного удара это все сносить. Так, части машины. Ну так себе. Картошин это снести, это снести. Ладно, сломаем. Заберем. Скинем. Таблеточки нам надо, конечно. И это мы используем. И у тебя что здесь интересного? Ну и патроны 9 миллиметров. Ну и вкусненькое самое. Ну, короче, получается 1000 патронов для этой, для этих пушечек мы сумели зачистить 2 нашествия. Вернее, 4 нашествия. Потому что по два раза мы ходили. Сейчас вот единственное, я сейчас не делал, с пушками не ходил, потому что, ну, я хотел проверить, сколько я все-таки использую их на... Да ты что, издеваешься? 9 отмычек уже. 10 отмычек я здесь просрал. 11. 12. 13. Ты, блядь, ты серьезно? И только это говно сейчас будет там внутри. Ну, ну и что ты мне там за шнягу дал? Ну, как я говорил, говнище. Сука. Сука. Так, что там скинуть? Нет, ткань нам нужна. На это можно скинуть. Скинуть. Нет, откуда ты скинуть? Гильзы нахрен скину. Это сколько ты стоишь? Это можно разломать. Все, забрали, да? Ну и что, поехали за наградой? Как раз дождь закончился. Посмотрим, какие на вкусняшки приготовили на этот раз. Дайте мне дрона, пожалуйста. Потому что я не хочу его сам создавать, потому что, блин, дорого будет. Ну погнали, посмотрим, что там у нас будет. Как раз это видос где-то около часа идет, блин. Ну пипец, час. Это опять где-то 50-60 гигабайтов после рендеринга, ебать. Хер с ним, нормально. То, что мне сейчас, друзья, по поводу ваших комментариев, да, или, например, если вы там не заметили ваши вот какие-то реакции на ваши комментарии, не имейте в виду, что я не прочитал их, просто у меня сейчас где-то 3-4 серии в записи, я постепенно их добавляю, потому что, знаете, я сам работаю 5 дней в неделю, и вот в субботу-воскресенье я сажусь и занимаюсь
любимым делом, вот, играю игрушки и создаю вам контент, друзья. Так что не обессудьте, да. Вот. Потому что, ну, все-таки работа и работа, и, ну, наслаждаться тоже жизнью надо. Ну, хоть получается, что и потому и получается так, что я в записи делаю видосики, и, может быть, то, что вы там, например, написали комментарии где-то в 19 эпизоде, а у меня уже в серии записано до 24, например, так, это плюс-минус. И они все уже стоят, ждут своей очереди, потому что, ну, я не могу их загрузить сразу все полностью. И я их просто распределяю по датам. И сейчас мы будем сделать каждые 3 дня, не каждые 2, потому что слишком много работы получается. Так, гайк-товёрт однозначно выбрать. И комплект для журналов для изготовления. Стальные кастеты мне не нужны. И можно увидеть какую-нибудь работу, принести, очистить от зомби, надшествие ликвидировано. Ай, ехали. 1.5, а ты где? Что? Would you consider helping me? Не хочу я Тауэры, блин. I could really use some help, friend. Well, тоже Тауэрс. Would you kindly help me with a little problem? Come back if you change. I've got just the task for you. Ну, я думаю, что возьму этот. Ну, это уже, скорее всего, будем потом этим заниматься, блин, потому что уже так у нас видосик довольно продолжительный. Итак, друзья, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем завязывать сегодняшний эпизод. Если вам, друзья, понравилось видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, оставляйте ваши суперские комментарии, ставьте лайкосики, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые видосики, оповещения, вернее, о новых видосиках. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.